я настоящий коллекционер, руководитель проекта «Киселев УКО». Мы помогаем коллекционерам выгодно покупать и продавать предметы коллекционирования, монеты и банкноты. Я решил организовать данное мероприятие, потому что у нас в России не проводится ничего подобного. Хочется развивать рынок коллекционирования, популяризировать тему и собираться с друзьями. Неописанные в книгах направления. К примеру, продовольственные карточки, жетоны, подделки денежных знаков. Это своего рода стартапы, венчурные инвестиции в коллекционирование. Никто не знает, как будет развиваться процесс формирования. Мы сейчас проводим 100-й юбилейный аукцион, то есть мы уже провели 100 аукционов, и сейчас 100-й. И под вот это мероприятие мы решили провести форум коллекционеров, собрать всех наших клиентов, дилеров и просто людей, интересующихся историей и коллекционированием. Мы сегодня провели форум коллекционеров. Сначала собирались долго гости, мы провели выступления спикеров на различные актуальные темы коллекционирования. Я рассказывал, зачем люди коллекционируют. Сергей Анисимов рассказывал о том, об истории коллекционирования, как коллекционирование развивалось во времени. Была тема про грейдинг, про частные боны. Был представитель Союза бонистов. У нас был еще аукцион. Мы продавали картины, нарисованные по эскизам банкнот и монет. Это было очень интересно, потому что в искусстве такое направление никто еще не пробовал. А мы решили попробовать. И наша коллега, художница, сделала такие картины. И сегодня они очень успешно продались на нашем аукционе. Один лот ушел за 30 тысяч рублей. Это маленькая, но победа. Мы собираемся проводить такие мероприятия, такие встречи регулярно. Мы хотим приводить сюда больше людей, которые не знают, что такое коллекционирование и зачем этим заниматься. То есть мы будем расти, будем увеличивать наши масштабы, нашу аудиторию.